Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Мой завтрак. Гутен шмек. Июнь месяц. Июнь месяц – уникальное время года. Заканчивается весна и начинается лето. Силы природы в этом месяце достигают своего максимального развития. День растет и наиболее длителен в году. Июнь – время удивительных, радостных и таинственных праздников. 1 июня. День Патрикия, назван в честь святого священномученика Патрикия. На заре христианства он открыто обличал заблуждение язычников и проповедовал веру Христу. За это его бросили в кипящий источник, но он ему не повредил. Брызги от источника опалили стоявших рядом. Святой Патрикий пребывал невредимым в тех водах, как в прохладном месте, и легко и восхвалял Христа Бога. И Гимон повелел воинам вынуть святого из воды и секиру отрубить ему голову. Сегодня почитается память великого князя Дмитрия Донского, защитника русской земли. С этого времени появляются первые ягоды и грибы, а на полях колосится рожь. Приметы. Прохладная погода сегодня, еще 40 дней тепла не будет. Если льет дождь, то дальше в течение месяца будет жара. Мой завтрак. Делаю проросшая пшеница, блендер, пошла ряженка, хорош. И немножко творожка. Ложку меда. Все загружено. Мотор. От винта. Наше домашнее чудо – грядка. Базилик, лук, чеснок, петрушка и даже ромашка с маками. Вот руккола тут прямо под тобой, руккола, смотри. Руккола, сказали, прямо подо мной. Вот она, руккола. Выйдешь, сорвешь, пожуешь и пошел. И веселенький лук. Готово. Гутен шмек. Завтрак по часам. Двадцать восьмые лунные сутки. Ввиду того, что энергетика этих лунных суток очень благоприятна и гармонична, ее олицетворяет с лотосом. Сегодня поддерживайте у себя приподнятое возвышенное настроение. А чтобы удержаться на волне гармонии и благости, которую несет этот день, контролируйте свои эмоции. Обязательно сделайте себе праздничный обед из красивой, вкусной и легко перевариваемой пищи. Не следует сегодня тяжело физически трудиться. Все должно идти легко и радостно, доставлять удовольствие и не нарушать гармонии окружающего вас мира. Сегодня снятся вещи и сны. Отнеситесь ко всему, что вам приснится, серьезно. Ведь сны, как говорили древние мудрецы, это послание нам из будущего. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению.
вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!